Не все продукты, которые ест человек, полезны для здоровья. Правильное питание – это отличное настроение, желание учиться, бегать, улыбаться, а неправильное приводит к болезням. Всем известно, всем понятно, что здоровым быть приятно. Только надо знать, как здоровым стать. Жиры, белки и углеводы соблюдать должны баланс. Регулярное питание и здоровье – высший класс. Каждый твердо должен знать, здоровье надо сохранять. Чтобы расти и развиваться, нужно правильно питаться, сухомятку не таскать, витамины потреблять. Вот тогда все люди в мире долго-долго будут жить. И запомните, здоровье в магазине не купить. Здоровье для человека – самая главная ценность. Каждый из нас хочет быть активным, бодрым, веселым. Еще Гиппократ говорил: мы то, что мы едим. От того, как питается человек, соблюдает ли он режим питания, во многом зависит его здоровье. Правильное питание позволяет не только сохранить здоровье, но и укрепить его. Мы, ученики 7 класса, заинтересовались, как надо питаться, чтобы не болеть и прожить долго и счастливо. Мы изучили много информации в сети интернет, читали книги в библиотеке, спрашивали у старших. Ребята нашей группы узнали столько нового о правильном питании. Очень важно вовремя формировать привычку к здоровым продуктам, чтобы в будущем не иметь проблем со здоровьем. Мы решили, что пора поделиться знаниями с друзьями и теми, кто младше нас. Но как это сделать весело и интересно? Все добытые сведения мы оформили в виде интерактивной папки «Лэпбука». «Лэпбук» – это когда в одном формате размещены разные материалы в виде мини-игр. Все по одной теме. Сейчас мы вам расскажем и покажем. Правильно питайтесь ежедневно вы. Правильно питаться — верный путь к здоровью. Это обязательно запомнить все должны. Правильно питаться — верный путь к здоровью. Это обязательно запомнить все должны. И тогда и фруктов в нашем рационе быть должно всегда. На пару готовить вкусно и полезно. Вкусной и полезной быть должна наша еда. На пару готовить вкусно и полезно. Вкусной и полезной быть должна наша еда. И тогда... Мы надеемся, что лэпбук будет интересен ребятам из детского сада, и с его помощью они узнают много нового. Будь здоровым, так прекрасно.